Хочу почитать вам такие сказки для взрослых. Подъезжает Витязь к камню, читает на нем. Направо пойдешь, задница, налево задница, вперед, назад, кругом тебе задница. Ха, задница, и куда же мне ехать? Не знаю, камень говорит. Я первый день навигатором работаю. Знакомый булыжник попросил, вот я заменяю. А вообще я проктолог. Хочешь, посмотрю? Царевна лягушка. Пришла зима и сказал царь сыну, ступай на лыжах, пускай из лука стрелочку с наконечником железным. Куда попадет, там тебе и невеста. Пошел на лыжах царевич, пустил стрелочку, и вдруг лягушка из болота, ой, блин, и стрела сзади торчит, кричит, горе мне, кому я теперь нужна с этой стрелой, инвалид первой группы, женись давай. Стоит царевич на лыжах, плачет, ну спасибо тебе, папаша, где справедливость? Все наши биатлонисты так же стреляют. А жениться на жабе только мне? Из-за такой случайности? Нет, не случайность, лягушка говорит. Мы не можем ждать милости от природы. Я вас, женишков, с железными стрелами тут с утра караулю с магнитом под юбкой. Говорит старуха соседкам. Ой, представляете, бабы, у нас же с дедом деток-то не было. А я тут по сусекам поскребла, муку замесила, в печку поставила, получился колобок. Ну как, бабы, сойдет для деда такая легенда насчет ребеночка? Да, сойдет. А то, что колобок с тремя головами, как у Змей Горыныча, ничего. Красная шапочка. Бабушка, а почему у тебя такие большие зубки, что прямо рот не закрывается? Потому что я, дура, купилась на эту рекламу. Импланты за один день, 6 рублей зуб. Буратино. Граждане пассажиры, подайте Буратино доверчивой жертве пластической хирургии. Погоня. Первая серия. Ой, догоняет проклятый Кощей. Давай, давай быстрей, волк. Ага, быстрей. Раньше надо было думать, Василиса, не жрать на ночь. Золушка принцу. Ну, туфелька мне подходит. Когда свадьба? Принц, подожди, это только полуфинал. Сейчас лифчик будем мерить. Спящая красавица. О, спящая красавица, просыпайся. Ой, я спала. Это значит, злая ведьма меня все-таки околдовала. Поцелуй меня, добрый молодец. Сейчас, сейчас я тебя поцелую, Федотова. Ты кому про ведьму вкручиваешь? Еще раз заснешь на посту, уволю из сторожих. Здравствуйте, дети. Я ваша новая учительница. Ну, давайте знакомиться. Вот ты кто, мальчик? Я мальчик с пальчик. Как-то мой папка-лесоруб, выпивший, пошел в лес и отрубил себе палец. Вот так я появился. Ясно. А вон мальчик на последней парте. Че? Ты все время девочек за косички дергаешь. А че ты там в телефоне смотришь? Эротику? Похоже, у тебя только одно на уме. Твой папка себе ничего не отрубал? Приключения Ивана-дурака. Здравствуйте, санэпидстанция, инспектор Иванушка. Пятый продуктовый склад, с вас 2 миллиона. 2 миллиона? За что? Мы у вас обработку провели, чего так дорого? Трудный случай. У вас крысы были и никак не желали уходить. Кричали, так не пойдем, мы только под удочку, музыканты давай. Ну, даже с музыкантом все равно 2 миллиона.
Так они не под всякую дудку ходят. Пришлось позвать Игоря Бунтмана с саксофоном. Ну, даже Бунтмана никогда не поверишь, чтобы он содрал 2 миллиона. Правильно. Благородный человек вообще денег не взял. Тогда за что? Он с вашего склада выходить не хотел. Не мог от вашей колбаски оторваться. Пришлось на 2 миллиона крыс обратно позвать. Его напугать. И, наконец, еще одна курочка ряба. Снесла курочка ряба яичко. Да не простое, а золотое. Ой, действительно, яйца стали прямо золотые. Почему так дорого? Потому что я не простой курочек ряба. Я турецкий курочка. Спасибо.